кто скажет, что это лето, а? Вот покажите мне того человека, который скажет, что это второй день лета. Холодина, дождь сейчас лил, сейчас перестал. Вот только цветущие яблони говорят о том, что это лето. Это вот дальневосточная манжурская яблоня, вот такая вот она разрастается. Большая, которую пилят, вот уже часть деревьев спилили. Вот капает дождик. И шквалистый, порывистый ветер очень сильный. С вами Юрич, Хабаровский край, Дальний Восток. Идем за хлебушком. Так, я вышел, чтобы не это самое, это вот придурки малолетние, чтобы успеть до дождя, потому что обещают дождь на 5 суток по прогнозу. Какой-то идет, смотрю, циклон с Охотского, с Тихоокеана, он сейчас в Охотское море заходит. И я один, второй на Японском море. Причем, по идее, вроде океан должен тепло быть, ничего подобного. Какой-то холод, как будто с космоса, со стратосферы холодный воздух подтягивает. Так что вот эти все помойные одуванчики, вот помойка, 100 раз ее показывал, да. Вот, изуродованное дерево, видите. Пытается прорасти, остатки программы еще бьются. Ну, умрет оно. Потому что такое количество листвы не обеспечит этот ствол большой, корни, питание, тем более на холоде. Там вообще убили, видите, пенек сделали. Уроды, блин. Хочется дышать им пылью, вонью от машин от этих. Без этого не могут наркоманы. Техногенные наркоманы, бутанаты. Вот такое сформировалось в городах в этих умирающих. Время сейчас 11 с небольшим. Там вот тоже, видите, украшения, в кавычках. Это вот поколение выросло потребляние вот этих паразитов, которые их просто любое живое раздражает, блин. Вызывает на уровне рефлексов, инстинктов, желание разломать, уничтожить, сосрать. Поэтому они вот так резвятся, оставляя после себя вот этот техноген разрушенный. Без всякого атомного оружия. Вот американцы хитрые все-таки твари, да? Не стали тратиться на атомное оружие. Достаточно найти вот таких уродов, желающих все продать, все разломать, обосрать прошлое. Забросить их, как говорится, на учебу. Типа, ну как, они же все равно где-то ездили, учились, опыт типа перенимали. Там, поездки. Смущало, да, и понеслось. Технология отработала, и все. Никакого Карибского кризиса не будет. Война это уже так. Полицейский контроль над границей, по сути, получается. И они разломают любую, блин, страну, завод, там, область, край, все. Перекроют дороги под видом рекордера, что лучше. Переколят людей, хер какой травы, под видом укрепления здоровья. Женщин уходят в это состояние бесплодия. Детей стерилизуют. Все, бляха, все ж для вас, все ж боремся с вами. Вот такое лицо этого цифрового геноцида, короче. Засерут воду все отравой, раскопают. При коммунистах, при СССР, там в голову приходили, ну, стоит супер золото на берегу моря. Потому что это смерть. Река, в которой осетры, Калуга, красная рыба, куча зверья, людей, технополисы здоровые. Не надо засрать. Ну и Николаевск был когда-то еще, судостроительный завод. Надо засрать. Ну и плюс куча заводов было этих рыбных в колхозах рыболовецких. То есть закатывали банки там тоже. Миллионами банок закатывали за Путину. И икру, и рыбу, и продукты рыбопереработки. Не считая всякой костной муки там и прочей, которая на подкормку животных, либо на удобрение. А сейчас вот и все живы, все мутировавшие голуби эти, и те люди подкармливают.
сидят, греются, им холодно. Вот когда, ну, рефлекс, сейчас уже отопление отойдет, а они по-прежнему сидят. Несмотря на мороз, выживают в любых условиях, но даже ей тяжело, это яблоко. Даже ей сложно. Тут тоже вот дорогу сделали прямо во двор, там, не пройти. И здесь главное, для людей ни хера не сделали, для машин. Людям ходить. Тут закрывают школу, и не пройдешь. Тем более, еще лужи, когда на асфальте ведущий вообще. Вот вся это благоустройство. Ладно, ворчу я, пах. Вон они, тучи какие. Все машины японские, все чисто по-русски. Правосторонние руки, русский автопром же. Фонтанируют ее, по идее. Фонтанируют миллионами штук. Да, аж так фонтанируют, что китайцы все скупили. Министры, капиталисты, извращенцы довели экономику. Россия на подъеме, блин. На подъеме, ага, цены. Нет такой инфляции, инфляция меньше, нихера себе. Меньше для олигархов, наверное. Так, ладно, пока пауза. Здесь тоже вот асфальт, как ямы, как говорится, уже лет сколько-то так стоят, так никто их не залатывает. А нахрен, типа. Люди пусть ходят, дамы в каблучках, мадемуазельки. Пусть ходят, ё-моё. Обойдутся. Ну что хочу сказать-то, ручки-то мерзнут, холодно. Зато вот спаивание идет, видите, на каждом углу вот это вот, алконавтика. Просто я вот редко в эти магазины захожу, там, день рождения, Новый год, Путина еще, на Путину бывало. Сейчас не особо на Путину, вот почет будет на китовую в сентябре, на рыбалку. Пивные, водочные, вот еще водочные, названия-то какие, Бристоль. Хотел я в кондитерскую зайти, пирожные посмотреть. Вау, видите, сдуло полностью. Сдуло все, короче, вообще список продавцов. Что ценных специалистов будут нанимать скоро. Вот и кондитерская, где более-менее обвиняемые люди, русские работают. Скоро тоже невозможно будет ходить. Вот что творит ветер. Микрофон будет сейчас ветер задувать, просто снимаю. Все, обошел по мелочи. Посмотрел на эту пыль, грязища. Город грязный. И вот люди умудряются гадить прям под себя. Да. Пиво тут же, бутылка. Вот неубиваемая машина. Русский автопром я вспоминал. Да уж. Это еще СССРовский автопром. Ну, СССР галоши делали. Вот они бегают до сих пор. Все остальное рассыпается уже. Статистика. Одна советская машина, да? 23, 24, 25, 26. Японских в основном, ну и китайских немного. Фух. Мощная статистика, да? Рост экономики. Туфтология туфтогодия. А, вот еще две японских. Еще хуже статистика. Вот еще три. И еще там вот пачка. И это тоже Honda. Короче, 30 примерно 5 на одну
российскую, советскую, точнее СССРовскую даже, не российскую, а СССРовскую. Вот посчитайте процентное соотношение. Ну смешно же говорить. Страна самая большая по площади, не имеет собственного автопрома. Это из серии нонсенса, бляха. Просто. Ладно, здесь уже считать не буду, а то совсем за державу обидно ему. Придется водку вдруг пить. Ну это такой черный юмор, короче. С холода и от обиды за державу, да. И потому что выходной. Ох, сколько поводов у русских лентяев напиться. Вместо того, чтобы что-нибудь сделать созидательное. Самокаты, усилки, там что-нибудь. И лучше к соседям залезть. Соседям прийти, грозить. Абсурдность просто. А здесь пусть эти заезжают. Ослоёбы и овцы. Овцеложцы, да. Осваивают, короче. Пространство. Вот еще россиянская. У Нива еще одна. У, спасла она. Заметьте, вот другие вообще не делают. Только Нива, короче. Ой. Было бы смешно, если бы этот юмор не был такой мрачно-черным, как вот это небо свинцовое. Видите, все. Об автопроме. Как ролик назовем? Об российском автопроме, да. Так. Этот асфальт положили, наверное, когда у меня еще сын родился. Учился в этой школе. Может, даже раньше. Году так в 97-м. С той поры о детях больше не вспоминал государство. Ну так, по большому счету, капитальных затрат не делал. Так, по чуть-чуть. Там те же турники старые, все. Сейчас покажу просто школу. Забота о будущем какая. Ну, флаг главное повесить. И вот этот лозунг написать, видите? Вот. И вот еще один. Все прочитали, убираю. Что-то вообще, я вот хочу без черного юба, хочу без едкой сатиры. А как получается у Салтыкова-Щедрина? Там, кстати, похоже, закрыто. Придется мне полосу препятствий преодолевать, да? Вот, видите? Вот те ворота особенно. И я еще помню, мы в них еще в футбол играли, когда эту школу строили. Будучи еще, наверное, десятиклассниками, уже на последнем классе. Вот не помню, когда она, вот это вот новое. Ну, это я показывал в ролике. Да, действительно, вот это забор от террористов. Ну это чего там вот тянут? Я думал, шутил насчет электропроводки. Школа, которая у меня во дворе, там тянут поверху провода, освещение, короче. Электроток натурально поверху тянут. То есть шутки про Освенцим оказались вполне себе реальной практикой. Так, ну что? Есть еще ягоды в ягодицах. Придется прятать телефон. А, вот там выломали зачем-то. О, какой у нас. Это ну не школьники явно. Народ-то какой здоровый, а. И это были не школьники. Вот здесь раз говорит, что Россия страна, где законы не все выполняются. Только лишь не все законы. Фраза украинская, да, от Кличко идиота. Но так она и по-русски хорошо звучит. Сколько яблонь. Ой. Душу радует. Яблони, рябинки. Но, боюсь, недолго этому скверу осталось жить. Держим, держим. Черемуха. Белая черемуха уже отпала уже. Черемуха. Бака. Ну, не такая бака. Дикая, листая. Есть ее нельзя. Тут тоже, да. О, вот он, представитель русского автопрома. Ладно, пусть будет ролик про автопром, так и быть. Вот он. Боба. Аппарат Боба вот написано. Там тоже все это самое. А народ подумает, что я себе машину присматриваю под углом, да. Ни одна из этих машин не отвечает внутреннему вкусу, потребностям и эстетике, ну и статусу, наконец.
пиздец просто. Ученый величайший своего времени, изобретатель, инженер, ходит для пешком, вот, как последний этот самый, мимо повоек, вот, повойки, как последний клошар какой-то. Как индеец, да, мог бы на коне ездить хотя бы. Ну, коней повывели. Все, краснокожий. Вот прихожу я к вырубленным деревьям, вблизи сейчас их покажу. Остатки былого зеленого. Насколько они красивы, молоды были. Вполне себе росли. Можно было и просто ветки подровнять. Нет, взяли их, угробили. Все, сейчас гниль. Высыхание, и пошли убирать спилы. Вот и все. Ну, хочется Комсомольску быть похожим на Москву, раздувать щеки. Так, пух, пух, пух. Метро еще прорыли в канализации. Трава отменили, зато можно метро прорыть. Вот, а то Лексусы эти ездят. Так, по ямам, по всему этому. Это все украденное. Вот оно ездит. Оно катается.